Дорогой Шрила Прабхупада, примите, пожалуйста, мои поклоны в пыли ваших лотосных стоп. В этот всеблагоприятный день вашего явления хочу выразить вам свою благодарность. Дорогой Шрила Прабхупада, вы пришли в этот мир 125 лет назад для того, чтобы трансформировать его. Для того, чтобы совершить, как вы говорили, переворот в мышлении современной цивилизации. Шрила Прабхупада, в 1977 году вы сказали, что в свое время историки отметят, как международное общество сознания Кришны спасло этот мир. Но уже сейчас многие ученые, политики, писатели сходятся во мнении о том, что то, что вы совершили за такой короткий срок, не имеет никаких мировых аналогов. Шрила Прабхупада, вы не только трансформируете этот мир, вы реально меняете сердца людей. Шрила Прабхупада, я хочу выразить вам свою благодарность за то, что вы дали нам такой простой и возвышенный образ жизни. За то, что вы научили нас принципам чистоты. Вы дали нам трансцендентное знание, которое позволяет видеть все происходящее в контексте единой абсолютной истины – Шри Кришны. Более того, вы дали нам возможность делиться этим знанием с окружающими. Шрила Прабхупада, ваши книги являются нашим единственным другом, наставником, спасителем, удачей, богатством и блаженством. Шрила Прабхупада, огромное вам спасибо. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам есть текст «Вам этадхи садшишья картавьям гуру нишкритам, савай вишу дабавена сарватка атмарпанам гуру». Невозможно вернуть долг духовному учителю, и тем не менее есть одна лазейка. Это предложить миссии духовного учителя свое тело, ум и в конечном итоге всего себя. Шрила Прабхупада, в этот благоприятный день я прошу ваших благословений всегда находиться в служении вашей миссии и пребывать в обществе ваших искренних последователей. Ваш слуга Двиджа Говинда Дас.